близости. Любая сексуальная связь для системы – это создание семьи. И система запоминает навсегда каждого человека, который вошел в нее как член семьи. Каждый человек, с которым он встречается, навсегда остается в его системе. И если эти люди находятся по отношению к этому человеку, может быть, в конфликте, может быть, он поступил как-то не совсем верно, или по отношению к нему поступили точно так же, мы разорвали отношения, видимо, и нам кажется, что этот человек, слава богу, ушел из моей жизни навсегда. Но ничего подобного не происходит в системе. И для системы возникает связь навсегда –